Еще есть ремесленных дел знатоки. Их кормят умения искусной руки. Краса всего мира лишь ими жива. Все дивы вселенной — плод их мастерства. Их много. Считать далека будет речь. Сам думай, а я должен слово пресечь. Это искусство народное, такое же, как песенное творчество, и искусство комусчи. И охота с беркутами тоже народное искусство. Еще по эпосу Манас известно о Ханыкей как искуснейшей мастерице. Сказители эпоса до сих пор прославляют ее бесчисленные творения. Искусство это испокон веков передается от поколения к поколению. Сколько было мастеров, столько и талантов. И все это от мастерства их рук и таланта. Национальная одежда, узорные чаи и все. Много мастериц достигают вершин техники вышивки, ремесла, и могут скопировать любое изделие, что даже не отличишь от оригинала. Но были и есть мастерицы, которые, как акын-импровизаторы, придумывают все новое и новое, вкладывая в творчество свои мысли, думы, идеи, свое понимание красоты. Неповторимы их бесчисленные творения, узорные чаи, орнамент, вышивки. Thank you.
ушыл өнөрді дағы өзінше бір есілдеп. Мұна бір ұстың қолынан қанша өнөр келеп. Ұшыны жасып, дегендей, ол кейінке... Думаю, что творение лучших мастеров надо исследовать, изучать, обобщать. К примеру, нет у меня дочери. А вот среди девушек есть способные и неспособные к рукоделию. Всех их невозможно обучить нашему ремеслу одинаково. И потом все, начиная от одежды, узорных чаев, вышивок, орнаментов, имеет большое разнообразие стилей, мотивов, направлений. Все это бесценно. И все это надо как-то описать и передать будущему поколению. Азыр мен эме ошо ойлогонум бар. Ошо бир үй жасап, бул үйдүн ичиндеги буюмдар нечен түрү жасалып, нечен түрү. Многое из того, что я сделала за свою жизнь, разошлось по многочисленным музеям страны и зарубежным странам. Сейчас я стара. Хочу собраться с силами и сделать свою последнюю юрту. И все украшения, которые должны быть в ней, сделать своими руками, чтобы добром вспоминали обо мне.